Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупоп, и сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайтик под названием MyCSGO и пополнил данный сайт на 10 тысяч рублей обязательно. Если ты захочешь пополниться, вот сюда вот лудик вводишь, дает тебе плюс 30% на пополнение, что ж. Ну а мы поехали поскорее начинать. Начинать мы сегодня будем с тобой вот с Twin Blade, с данного кейсика, с зелененького. Предыдущие разы я на него заходил и как-то не особо сильно проверил, окупает этот кейс или же нет. Ну, кстати, ОП распространение за 5700 рублей, благодаря нему только мы уходим в ноль. Это достаточно редкий, наверное, скин в данном кейсе, в данном составе кейса, точнее. Ну, да, определенно точно, здесь ничего более хорошего я не увижу. Хорошо, 5 кейсов тогда давай еще откроем. Смеленько, Картисейра, Ядерный сад, Черный лотус, всякая шляпа. Короче, понятно. 5400 рублей плюс 3000 поинтов. 3500 поинтов у нас имеется. Поехали, попробуем выбить перчаточки. Мало ли что-то из этого хорошее получится. Ну, зная MyCSGO, 5000 рублей перчатки сейчас нам не выпадут. Потом будем как-то пытаться уже двигаться и разбущивать баланс через другие методы, но пока что, наверное, хочу слить денежку здесь. Хотя, возможно, все-таки, что MyCSGO решит то, что там сегодня звезды хорошие, Семе нужно купиться, и все в этом духе, все в этом роде. Но пока, конечно, перчаточками не пахнет, но и остается всего лишь две попыточки. А, кстати, перчатки самые дорогие за 9200 рублей, хотя бы закомбэчило. И на этом большое спасибо, MyCSGO. Пойдем тогда попробуем Сумеречную Галактику подвыбить, наверное. Чего скорее не выпадет с первых кейсов, но попробовать, я считаю, стоит как минимум. Мало ли все-таки. Ну да. Ну давай, пожалуйста, выпадешь, и мы как бы уже на 16 тысяч баланса перейдем. Это уже как будто бы и другой разговор, собственно говоря, будет. Ну да, выпала бы она. Цены бы и не было, кстати говоря. Чтобы она выпала. Сейчас, может быть, но нет. И, я так понимаю, последняя заключительная попытка выбить данный скинчик. И он, к сожалению, не падает. 10 тысяч рублей было слито просто коту под хвост. Может быть, с 5? Ну да, с 5 вообще тут ловить нечего. Хорошо. 151 рубль плюс 3,5 тысячи поинтов. И 39 уровень у нас с тобой имеется. Тогда давай вот эти вот наградки мы с тобой заберем. Тут что у нас? Мощный бесплатный кейс. Это до 2000 рублей. И, кстати, бесплатный кейс. Скидка на кейс 60%. Ценой до 6000 рублей. По себе, ладно. Вот этот вот кейсик мы сейчас, пожалуй, откроем. Посмотрим, что в нем. Полимерный рожок. Полимерный, мать его, рожок за 7. Блять, рублей. Хорошо. У нас, в принципе, есть бесплатный кейс за 2000 рублей. Давай-ка тогда, наверное, чего скорее откроем кейс Team Spirit'ов. Я думаю, это самый адекватный будет выбор мой из всех предложенных на MyCSGO. И выпадает эко. Просто, блять, эко. Да, за 500 рублей. А почему бы и нет, собственно говоря, да? Ладно, пойдем тогда потратим поинты, если уже ничего мы сделать с этим балансом не можем. Так, открыть любой кейс до 170 рублей. Погоди-ка, стой. До 170 рублей. Давай, пускай будет это юст. Открытие кейса вот так. Паинг. Взгляд в прошлое. 56 рублей. Сюда и она. Хорошо. Того. 719 рублей. И три попытки белых кейсов. Я вижу только спирали с хорошего. Идем далее. Ну, спираль, она же самая, но больше ничего прям хорошего нет. Прозрачный полимер за 200 рублей. Ну, типа 3000. Спасибо, наверное. Хорошо, идем тогда на Team Spirit. Обратно сюда. Выбираем дубликат. 1900 рублей тратим на открытие. И смотрим, что мы получаем с тобой. А получаем мы 2 Галила Эко. Победа, блядь. Просто победа. Даже не окупили кейс. Просто, блядь, даже его не окупили. Хорошо.
Тогда что? Тогда... Ну, не знаю, залиться просто, да, ну не хочется. 2350 рублей, может быть, вот здесь вот фармазимовых нам поможет. Ну нет, кстати, их хотел на живой подкрывать, а там уже выбили нож. Значит, всего скорее нам он и не упадет. Тут 1200 рублей даже, ничего себе. Может быть, еще раз что-то хорошее. Опа, минус 950. Ну нет, кстати, минус 600 рублей всего лишь. Как будто бы не так уж и критично. Так вот, и тут еще и насыпала двушечку сюда. Хорошо, еще давай. О, калаш и Казимов. Погоди, у нас есть вообще еще огромная скидка на кейс до 6000 рублей. А такой вот будет, пускай, тон коин. Откроем его за 2200 рублей. Ну, тут, блядь, только огненный элементаль, если выпадет. То будет не окуп. Ну, падает, кстати говоря, цвета прибоя. Блядь, а погоди, а что если реально, блядь, здесь пооткрывать? Здесь всего два предмета вне окуп. И они будут падать, да? Хороший кейс, бля. Хорошо придумали мужики, бля. Лайк, нахуй. Хорошо. Идем тогда попробуем перчаточки на 4200 рублей затратить. Я все-таки надеюсь на My CSGO, на твое благорассудие. О, есть. Перчаточка есть. Хорошо. Самая дорогая, самая приятная, я бы даже сказал. Вот так. Хорошо. И давай тогда все-таки... Тут чего? Либо графит, либо черный нил. Но это, кстати, выглядит... Фу, блядь. Ну, выглядит интересно. Давай, 10 штук. Мало ли все-таки графитик. А мало ли. Черный нил, черный нил, черный нил, черный нил, черный нил. Хорошо, бля. Хорошо, нахуй. Может, еще два? Жух. Ничего. Вот я и залился, нахуй. А я думал, это куда дольше будет, в самом деле. Ну ладно, да. Ух, ебать, нет. Так мы делать не будем. Хорошо. Знаешь, как мы поступим? Ну давай, ладно, 5 кейсов, поехали. Да ладно. Кейс, который не окупает. Ладость, блять. Приятность, блять. Ай-яй-яй, какой хороший кейс. Ты посмотри. My CSGO, ты чего, бля? Ну ладно, дискотехника, хотя бы 490 рублей. Ну ладно, окей. Может быть, еще пятерочку тогда смело? Еще одна дискотехника, да ладно. Может быть, 10 кейсов тогда стоит попробовать. Пам-пам-пам-пам-пам. Дискотехника и тактикотик. 890. Бля, если одна даже дискотехника падает, это уже окуп. Оп. А вот и все нахуй. И белки, расказамбусы. Расказамбусы и белькамбусы. Ну да. По всей видимости, это конец. Блин, ну неужели нахуй все настолько плохо? Неужели настолько плохо, что, блядь, прям шансов нет? О, ладно, два кейса, поехали. Знаю. Один. Давай дубликат него ебанем, а чё нет нахуй? Сейчас бы смертоносные кошечки, бэнк, сюда бы залетели, было бы смело очень даже. Еще один дубликат, съехала сюда. Понятно, вот так продать все, 159 рублей. Кто-то там крутит дорогущий писа. Нам с тобой, конечно. Да. Это все достаточно скудненько, все произошло, все так получилось, неприятно. Так, открытие кейса за сотку, давай, сюда его, нахуй. Конечно, блядь, 9 рублей. Ну что же еще-то, блядь, здесь может выпасть, нахуй? Ну давай еще раз попробуем, так уж и быть. 9 рублей? Ну конечно. Вот вам и бесплаточки. Вот, нахуй, мужики, получите, распишитесь, как говорится. Хорошо, имеем остатки на 2 кейса, давай. Вообще как нехуй, залетело. Ладно, что ж, к сожалению, вот такой видеоролик сегодня у нас с тобой получился. Обязательно попрошу не забыть подписаться на канал, поставить лайк, написать, конечно же, комментарий. Что ж, а так, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Пока.